Не просто строить дома, а создавать максимально комфортные условия для жизни. Такую цель ставит перед собой компания «Саров Инвест» и блестяще справляется с ней. Высокие стандарты в работе были заданы с самого начала. Опора на собственный потенциал, энергия и решимость довести дело до успешного конца – это основные мотивы, которые помогают компании занимать лидирующие позиции в своей деятельности и открывать новые грани для развития бизнеса. Благодаря собственному проектному отделу «Саров Инвест» оперативно разрабатывает оптимальное решение и обеспечивает комплексный подход к работе над объектами. Один из первых реализованных проектов – застройка 22-го микрорайона. Комфортные дома с квартирами свободной планировки, удобные парковки, игровые и спортивные площадки, зеленые газоны, декоративные деревья и лавочки. Неудивительно, что этот современный жилой комплекс пришелся так по душе горожанам. Нравится абсолютно все. Дома очень хорошие. И очень хороший район. Очень тихо, уютно. Новые дома все. В основном молодежь. Это тоже с детками. Все удобно. Площадки для детей очень хорошие. Дома, опять же, новые. Все благоустроено, все чистенько, все хорошо. Больше мне сам дом нравится. Чем? Чем удобные подходы, лифт, потолки высокие. Дома теплые. Нравится, что достаточно быстро здесь облагородили территорию. Вот этот вот сквер появился, да, вот напротив садовой. То, что вот эти вот две аллейки хорошие, да, тут с колясочками мам можно погулять. Столько детских площадок, что вообще просто супер. Больше всего, конечно, то, что он такой благоустроенный, приятные большие площадки детские. Это для нас сейчас самое важное. Вот, ну и как бы парковочных мест много, они почти всегда пустые. Лифт туда удобный, у нас дом удобный, квартира большая. Вот это для нас самое главное. А мы, если планируем в дальнейшем менять жилье, то в этом районе. Взятую в самом начале высокую планку в строительстве жилья и благоустройстве территории компания «Саров Инвест» держит уверенно. Каждый новый проект поражает своей продуманностью, масштабностью и гармоничностью. За последние годы построены тысячи квадратных метров жилья. Горожане могут гулять по благоустроенным территориям, а дети – играть на современных площадках. Это целые жилые кварталы со своей инфраструктурой. В июне 2017 года был введен в эксплуатацию первый 14-этажный дом на Музрукова, 39. Просторная холлы, помещения для хранения колясок и велосипедов на каждом этаже, два надежных европейских лифта в каждом доме, круглосуточное дежурство консьержа и благоустроенные дворы. Первые жильцы заселились прошлым летом и в дома в жилищном комплексе «Саровская ривьера» в районе поймы реки Сатис. Этот проект комплексного освоения территории стал финалистом крупнейшего градостроительного конкурса от Минстроя России и был представлен на выставке на ВДНХ в рамках инвестиционно-строительного форума. В основе каждого проекта компании «Саров Инвест» лежит стремление сделать жизнь горожан еще комфортнее. Поэтому, чем бы мы ни занимались, строили жилые дома, возводили торговые центры, благоустраивали территории, все это мы стараемся сделать на самом высоком уровне. Позади 7 лет успешной работы, плоды которой сегодня могут увидеть и оценить все жители и гости Сарова. А впереди множество грандиозных планов и идей, которые обязательно будут реализованы. Спасибо за то, что вы с нами все эти годы, поддерживая наши начинания. Уверен, вместе мы сделаем наш город лучше. Канал 16 поздравляет компанию «Саров Инвест» с 7-летием. Мы желаем вам дальнейших успехов, новых ярких проектов и их блестящей реализации.